Остался лишь месяц до событий, о котором в республике знают все. Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» стартует 9 октября. Формирование списка участников и медицинское обеспечение сегодня стали главными вопросами заседания оргкомитета по подготовке и проведению форума. Почти 3000 участников прибудут в октябре в столицу Чувашии на международный форум «Россия – спортивная держава». Он пройдет в Чебоксарах с 9 по 11 октября. Чувашскую республику будут представлять 250 человек, в том числе специалисты по физкультуре и спорту, главы муниципальных районов и городов, а также ветераны спорта и активисты нашей республики. Как отметил министр физической культуры и спорта, список уже сформирован. Все участники, значит, подтвердили свое участие, определены по направлениям, по участию в деловой программе. В настоящее время готовим уже в соответствии с квотой направить эти списки для аккредитации уже официальной в автономную некоммерческую организацию, ну, то есть оператору проведения форума. То есть надеемся, в ближайшие недели уже они будут официально аккредитованы. Медицинское обеспечение – одна из главных тем в подготовке форума. Все должно быть на должном уровне с учетом различных ситуаций. Так, например, надо создать резервные коечные места и неснижаемые запасы медикаментов. На период соревнований будет создан передвижной пункт со специальным оборудованием. В этом плане, как говорится, опыт работы у республики есть. Подтверждение этому – международные всероссийские соревнования по различным видам спорта, проходившие в Чувашии. Основными направлениями медицинского обеспечения форума являются медицинское обеспечение заезда спортсменов, медицинское обеспечение мест проживания спортсменов и гостей, медицинское обеспечение соревновательного процесса, антидопинговый контроль и медицинского обеспечения отъезда. Обсуждались на заседании и вопросы организации Международного дня ходьбы, который пройдет в рамках форума. Работы предстоит немало. Ведется благоустройство города, ведется работа на стадионе «Спартак». Работа ведется над дневным, ночным оформлением города. И задача ставим перед собой максимально охватить жителей города, вовлечь в процесс, проводить соревнования, проводить спортивные соревнования. Ну и кульминация будет 9 октября. Видеомосты с детскими центрами «Артек», «Орленок», прямые включения с Олимпийского парка в Сочи, парад чемпионов России и мира на Красной площади, а также утренняя зарядка с Дмитрием Губерниевым. Все это и многое другое мы сможем увидеть уже через месяц. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика.